2016 жылы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға Қазақстан Республикасы ұлттық қорынан 769,6 миллиард теңге көзделіп, оның ішінде нысаналы трансферттер түрінде 503,4 миллиард теңге және ұлттық холдингтердің облигациялық займдары арқылы 266,2 миллиард теңге көзделуде. 2016 жылғы 8 тамыздағы жағдай бойынша, бағдарлама бойынша барлығы 259,6 миллиард теңге игерілді. Из них по целевым трансфертам по состоянию на 1 августа при плане 214,4 миллиард тенге освоено 208,1 миллиард тенге или 97% от плана финансирования. В соответствии с вашим поручением, Карим Кожемханович, проведена работа с администраторами бюджетных программ и по состоянию на 8 августа текущего года досвоено еще 22 миллиарда тенге. В результате на сегодня освоение по целевым трансфертам составило 236,4 миллиарда тенге или 47% от годового плана. По облигационным займам. В связи со спецификой строительства жилья предусматривается поэтапное освоение средств по законтрактованному объему в течение 2 лет. На сегодня холдингами из 266,2 миллиарда тенге перечислено оператором 199,8 миллиарда тенге, подписаны контракты с подрядчиками на 135,6 миллиардов тенге и уже освоено 23,2 миллиарда тенге. Таким образом, по состоянию на 8 августа 2016 года всего по программе освоено порядка 260 миллиардов тенге. По целевым трансфертам. Первое. По строительству автодорог из 151 миллиарда тенге, согласно плану финансирования, предусмотрено и полностью освоено 59,2 миллиарда тенге. За счет данных средств дорожно-строительными работами охвачено 1038 километров автодорог. Второе. На модернизацию систем тепловодоснабжения и водоотведения предусмотрено 90 миллиардов тенге, из которых освоено 46,8 миллиард тенге или 100% от плана финансирования. По 75 миллиардам тенге, предусмотренным на бюджетное кредитование, срок освоения средств для субъектов естественных монополий составляет 2 года, это 2016-2017 годы. На 1 августа текущего года, согласно плану финансирования, им перечислено 46,6 миллиардов тенге, по которым заключены договора со всеми подрядчиками и выполнены работы на сумму 19,1 миллиард тенге. По трем регионам, это Ахмолинская, Жамбылская и Павлодарская области, уже выполнены объемы работы в полном объеме. Вместе с тем, в Костанайской и Мангистауской областях работы еще не начаты в связи с повторным проведением конкурсных процедур. По остальным регионам закуплены необходимые материалы и оборудование, а также ведутся строительно-монтажные работы согласно графику. На субсидирование проектов жилищно-коммунального хозяйства, реализуемых совместно с Европейским банком реконструкции и развития, из предусмотренных 14,5 миллиард тенге, 4,5 миллиард тенге уже распределены на реализацию проектов павлодарских тепловых сетей, петропавловских тепловых сетей и ТО «Водные ресурсы маркетинг» – это город Шымкент. Из них на 3,6 миллиарда тенге направлена бюджетная заявка Министерства финансов. Оставшаяся сумма будет освоена по мере одобрения проектов Европейским банком и представления соответствующей документации. Третье. На строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры из 78,5 миллиард тенге, согласно плану финансирования, выделено 30,5 миллиард тенге, из которых освоено 28,1 миллиард тенге, или 92% от плана финансирования. В связи с незавершением конкурсных процедур и отставанием от графика производства работ, отставание плановых показателей наблюдается по 8 регионам. Это Костанайская 91%, Алматинская 90%, Жамбылская 81%, ЗКО 62%, Североказахстанская область 49,2%, Южно-Казахстанская область 84,7%, Астана 71,7% и Алмата 96,4%. По информации акиматов, отставание в графике освоения средств будет ликвидировано до 1 сентября текущего года. Четвертое. На развитие инфраструктуры в сфере образования предусмотрено 60,9 миллиард тенге. Для ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения из 57,9 миллиард тенге, согласно плану финансирования, акиматам перечислено 27 миллиард тенге, из которых освоено 23,7 миллиард тенге. Это составляет 88% от плана финансирования. Эти средства направлены на завершение строительства 34 школ и 17 детских садов и начало строительства 43 новых школ и 2 детских садов. На сегодня уже построено 14 школ и 7 детских садов.
В то же время отмечается неосвоение по 10 регионам. Восточно-Казахстанская область 71%, Южно-Казахстанская 86%, Северо-Казахстанская 97%, Карагандинская 75%, Алматинская 88%, Жамбылская 92%, Кызылординская 93%, Атырауская 94%, Павлодарская 74,4% и Астана 75%. По информации акиматов, неполное освоение связано с конкурсными процедурами госзакупок и отставанием от графика строительных работ. По информации акиматов, также указаны средства будут полностью, Карим Кажимпаевич, досвоены до 1 сентября текущего года. На создание 26 лабораторий в 13 вузах предусмотрено 3 миллиарда тенге, освоение которых пока не начато в связи с тем, что оплата будет производиться по факту поставки и ввода в эксплуатацию оборудования. На сегодня по 16 лабораториям объявлены конкурсы на 1 миллиард 977 миллионов тенге, по 7 лабораториям заключены договора на 713 миллионов тенге, по 3 лабораториям пока не объявлены конкурсы на 342,5 миллиона тенге в связи с незавершением формирования перечня лабораторного оборудования. При этом по 5 вузам, являющимся субъектами квазигоссектора, средства в размере 1 миллиард 660 миллионов тенге предлагается направить через увеличение уставного капитала. Пятое. На софинансирование проектов с международными финансовыми организациями по распределяемой программе зарезервировано 41,3 миллиарда тенге. В связи с процедурами согласования и подписания соглашений с международными финансовыми организациями на сегодня утверждено распределение средств целевого трансферта на сумму 12,3 миллиарда тенге. Оставшиеся средства в размере 29 миллиардов тенге планируется направить на пополнение спецрезерва правительства. Шестое. На подведение недостающей инфраструктуры к объектам предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» из 15 миллиардов тенге, согласно плану финансирования, акиматом перечислено 4,5 миллиарда тенге, из которых освоено 3,9 миллиарда тенге или 87% от плана финансирования. Неосвоение средств наблюдается по 5 регионам. В том числе в связи с отставанием от графика строительных работ в Восточно-Казахстанской области, это по строительству внешней инфраструктуры автозавода «Азиавто», Южно-Казахстанской области 61,7%, это по инфраструктуре к логистическому центру в Махтаральском районе и ИЗ «Туркестан», по Карагандинской области 95,1%, это по строительству тепловых сетей к ТО «Карагандинский фармкомплекс», по Павлодарской области по строительству орошаемого участка ТО и МПК, а также в связи с прокурорской проверкой по проекту в Кызылординской области, это стекольный завод, 61,3%. На 8 августа отставание от графика освоения по Восточно-Казахстанской области и Павлодарской области уже устранено. По информации остальных акиматов, отставание в графике освоения средств также будет ликвидировано до 1 сентября текущего года. По целевым трансфертам на увеличение уставных капиталов компаний квазигоссектора. На увеличение уставного капитала Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов предусмотрено 10 миллиардов тенге, которые в соответствии с вашим поручением, Карим Кажимханович, были перенесены в плане финансирования с октября на август текущего года. С учетом этого до 20 августа будет представлено положительное заключение на финансово-экономическое обоснование проекта, а средства будут перечислены в уставной капитал в полном объеме до конца августа текущего года. На строительство терминала в аэропорту города Астана перечислено 10 миллиардов тенге, из которых освоено 5 миллиардов тенге в виде авансового платежа подрядчику «Мапка Констракшн». На увеличение уставного капитала КТЖ перечисленные для строительства вторых железнодорожных путей на участке Алматы-Шу 19,4 миллиарда тенге, из которых освоено уже 10,8 миллиарда тенге. И для строительства паромной переправы в порту Курок 17 миллиардов тенге, из которых освоено 10,2 миллиарда тенге. На строительство объектов инфраструктуры специальной экономической зоны национальный нефтехимический технопарк предусмотрено 10 миллиардов тенге, которые в соответствии с вашим поручением, Карим Кажимханович, были также перенесены в плане финансирования с декабря на август текущего года. Положительное заключение на ФЭО проекта будет представлено до 20 августа, а средства будут перечислены в уставной капитал до конца августа текущего года. По облигационным займам.
Для стимулирования предэкспортного и экспортного финансирования предусмотрено 15 миллиардов тенге. За счет микширования этих средств со средствами ЕНПФ в размере 30 миллиардов тенге по механизму, одобренному на Госкомиссии по модернизации экономики от 28 июня текущего года, на сегодня сформирован перечень потенциальных экспортных операций на сумму 372 миллиарда тенге. На сегодня одобрено 4 проекта. Это компании ТО «Шымкентмай», «Маслодел», «Евраз Каспиенсталь» и «РГ Брендс» на сумму 9 миллиардов тенге. На рассмотрении находится еще 10 проектов на сумму 21,9 миллиардов тенге. По остальным проектам осуществляется сбор документации. На сегодня профинансирован один проект, это RG Brands, на сумму 2 миллиарда тенге, из которых 600 миллионов тенге выделено из национального фонда. В целом средства национального фонда ЕНПФ по данному направлению в размере 45 миллиардов тенге планируется освоить до 1 ноября 2016 года. Второе. На развитие жилищного строительства. В целом предусмотрено 251,2 миллиарда тенге, которые будут поэтапно освоены по законтрактованным объемам строительства жилья в течение 2016-2017 годов. Холдингом «Байтерек» из предусмотренных 174,2 миллиарда тенге перечислено операторам. Это акционерное общество «КИК», «Байтерек Девелопмент» и «Акиматом» 141,9 миллиардов тенге. В том числе выкуплены облигации «Акиматов» на сумму 31,4 миллиарда тенге. На сегодня подписаны контракты с подрядчиками на 83,6 миллиардов тенге и уже освоено 22,6 миллиардов тенге. Введено в эксплуатацию 8,9 тысяч квадратных метров жилья или 148 квартир. Фондом «Самрук-Казна» из предусмотренных 77 миллиардов тенге перечислено оператору, это фонд недвижимости, 42,9 миллиардов тенге, которые на сегодня уже полностью законтрактованы. Освоение средств, уже строительной работы планируется начать в августе текущего года. Уважаемый Карим Кожемканович, в целом освоение средств нацфонда, выделенных в рамках госпрограммы, осуществляется в запланированном объеме согласно плану финансирования, но с некоторым отставанием. С целью выхода на 100% освоение средств по целевым трансфертам за 8 месяцев текущего года прошу вас поручить администраторам бюджетных программ и акиматам регионов ускорить реализацию запланированных конкурсных процедур и обеспечить своевременное освоение выделенных средств согласно плану финансирования. Кроме того, так как освоение средств по облигационным займам предусмотрено в 2016 и 2017 годах, предлагается на Госкомиссии по модернизации экономики утвердить график освоения средств холдингами и в соответствии с законтрактованными объемами строительства жилья. Это позволит обеспечить надлежащий контроль и мониторинг использования средств нацфонда, выделенных по облигационным займам. У меня все. Спасибо за внимание.